я вчера включаю радио, не работает. Я кручу, ищу голоса наших любимых ведущих, ничего не получается. Вы знаете, вот как говорят, все познается в сравнении. Я ощутила себя в каком-то вакууме, в какой-то пропасти. Я опять кручу, ищу там другие радиостанции. Вы знаете, вот в сравнении, голоса наших ведущих, они обладают какой-то благостью, какой-то святостью, какой-то, каким-то чудом. Они как любовь животворят. А голоса других ведущих, вот я слушаю, вы знаете, они такие наводят какое-то уныние, какое-то апатию, какую-то депрессию. И я тогда думаю, ой, надо позвонить по телефону. Позвонила, Димочка взял трубку и говорит, что это просто профилактика. Я успокоилась, но я еще раз вам скажу, потому что я довольно строгий критик, я в свое время преподавала в академии, строго очень принимала экзамены. Ваша передача, ваша радиостанция – это какое-то чудо. Не просто интересные передачи, понимаете? Она наполняет каждого человека жизнью, жизнью с избытком и совершенной Божьей любовью. Вам огромное спасибо за то, что есть такая радиостанция.